В Дагестане стартовал новый тур проекта «Неизвестный Кавказ». С 20 по 26 апреля известные блогеры и путешественники посетят горные уголки республики. Это Гунивский, Лакский районы и Бархан-Сарыкум. О своих впечатлениях они расскажут в своих блогах и на страницах интернет-порталов. Подробнее о предстоящих поездках и о том, как продвигается проект «Неизвестный Кавказ», они рассказали на пресс-конференции, которая прошла на Анжи-арене. Участники проекта – это популярные в социальных сетях фотографы и видеографы. Медийные лица, журналисты, блогеры и работники туристской отрасли из 7 регионов Северного Кавказа, Москвы, Краснодара и Новосибирска. Журналисты рассказали, что проект «Неизвестный Кавказ» – это успешная попытка создать благоприятный имидж Кавказа через фото и видеоконтент.